Во весь рыбка пузатая и жирная, чтоб прям на зиму хватило. И большая, да уже на самом деле и маленькая ловись, вообще какая только можно ловись. Тебя там уже много? Да что-то у меня вообще не клюет. У меня такое ощущение, то что вот все клюет! И лобрюх! И лобрюх! Я профукала, блин, на тебя отвлеклась! Ну, давай еще чуть-чуть. Этот сквид, этот убей Сквидварда, что он здесь забыл? Не надо нам его ловить. Так, сейчас плавает. Ну ладно, пускай плавает. Давай еще пару рыбочек и потопаем с тобой тогда домой, получается. Я уже спать на самом деле хочу, поэтому да. Ой, Ярик приплыл, Сквидвард приплыл. Все Ярик, приплыли. Так, я лососик еще один вытащил. У тебя что-то, что там? Меня не клюет вообще. Ты как изначально в сезоне выживания не умела рыбачить, так и до сих пор не умеешь рыбачить. Рыбак с тебя никакой не, вообще. Неправда, я лучший рыбак в этом городе. Ага. И да уйди ты там, Ярик, вот это-то он хочет, наверное, чтобы мы его словили. Ярик, сухопутка, по грибы да ягоды, наверное, хочет пойти. И клюет сейчас будет, клевать, и все. Последнюю тресочку я заколебался, честное слово. У меня уже 17 тресок, 6 иглобрюхов и 13 лососей. Ни одну полезную вещь никакую не выбил. Там книгу, лук и еще что-то. Такая же фигня. Иглобрюх, лосось и тресочка. Пошли спать, короче. В принципе, нормально на самом деле. В любом как бы случае нарыбачились там нормально, да? Можно пойти и вздремнуть наконец-то. Дела там мы уже практически все переделали. Я, кстати, на последнем стриме там еще кое-что сделал. Я тебе сегодня покажу, что я там сделал. Ты офигеешь просто, как круто там получилось. И красиво самое главное. Так. А что это у нас тут бомж завелся возле дома? Я так полагаю, это он у тебя после стрима, да, который у тебя во вторник, четверг и субботу, да, проходит, остался? Да, каждый остался? Вторник, четверг, субботу у меня стрим в 7:30 вечера по Москве, скорее всего, после этого он уснул. Так, ладно, давай, пошли ладно, дальше. Ладно, пусть лежит. Пускай господи. Лежит чпунька, это какая разница? Так, закрываем дверь, пошли. Ага. Так. Ага. Они тут у тебя все после стрима, что ли, остались ночевать? Вот больше всего я боюсь, если малек собака блохастая опять на мою кровать залезет. Банан! Банан с Стасиком! На моей кровати розовой! Малек, только не говори то, что ты мою кровать занял со своим арбалетом в руках! Кошмар! Я сейчас из-под вас все выбью, серьезно. Ну-ка, вставайте нафиг. Так ядрить, колотить. Что на это уже перебор? Рота, пад! Ёма, ну встали все к чертовой бабушке! Ломайте кровать, ломайте кровать! Кровать обратно поставил, обратно кровать поставил мою! Кровать поставил обратно мою синюю! Дай арбалет свой убери, кровать поставь! Так, все свои кровати забирайте, Катину и мою оставляйте! Быстро на улицу, все сдрыснули отсюда! Печенька, жопа подъем, мамочка, жопа подъем! На, ты смотри, что они делают, ты смотри, вы чё, это же мои тортики! Вы мало того, что на наших кроватях спите, так еще и торт! А ну на улицу быстро, все, то сейчас уточкой по башке всем настучу! Быстро отсюда сдрыснули! Мы вам тут что, дом 2, что ли, нафиг, валите? Мои тортики, которые мне Катя приготовила, мои... Сдрыснули отсюда, печенька, ты что в проходе стоишь? Ушли отсюда, давай быстро все! Чпунь, кровать свою вот эту забирай! Ну и валите все, по лодочкам и уезжайте в свой город куда-нибудь! Растаскали все тут! Это вы куда пошли? Они на склад пошли. Да какой склад? Идите лодки, берите из города, смотри. Вы вообще, баба, это о чем? Ты смотри, они мало того, что спят на наших кроватях, едят нашу еду, они... Малек, А вам кто разрешал-то? Крылья-то это ж священное, положи на место! Священное крылья, малек, обратно поставил! Обратно поставил! Вы чё обосраться? Вы чё делаете? Вы... Алмазные штаны напялил, ты посмотри на него! Мой, это черепашечий шлем, чпуньк, выложил обратно, пока я тебя не кокнул! Шлем, вот обратно выложил прямо сейчас, чпуньк! Так, все, иди сюда! Это все, это невозможно больше терпеть, иди сюда!
Смотри, Кать, иди подожди, они еду нашу едят, на кроватях наших спят, вещи наши носят, они что, они трусы мои скоро носить будут? Нет, это надо медика бахнуть, а вот медика... На, держи медик, я тебе специально и достала медик, успокойся, у меня для тебя есть это, небольшой план, какой, идейка, так сказать. Какой сейчас план? Сейчас бахну. Короче, с этим надо что-то делать. Я тут прочитала комментарии подписчиков, они пишут, а сделайте им свой... Отель? Или там, я не знаю, как, где вот бомжи спят обычно ночью? Бомжи обычно на улицах спят, а если подписчики пишут, чтобы мы им сделали... Слушай, я тоже, кстати, читал эти комментарии недавно. Подписчики в комментах писали, мы же... Подожди, Кать, мы же это... как оно там? Мы же читаем комментарии всех подписчиков, а? Да все, наверное, уже забыли, что да, читаем. Но только тех подписчиков, которые подписаны на канал. Кто не подписан, тех подписчиков, подписчики мы не читаем. Да, они писали, чтобы этим... Я даже не... Как их назвать? Как их назвать можно прямо сейчас? Иглобрюхи. Иглобрюхи, вонючие, вот это... Чтобы мы им построили отель. Точно. И они тогда не будут бомжевать в наших домах и будут... Та, а ну, чё она целилась а чё на она меня? Целилась? А чё ты целилась, печенька? Вот, построить им отель. Слушайте, подойдите все сюда, пожалуйста. Все сюда подойдите. Давайте, давайте, здесь собираемся. Возле нас собираемся. Все сюда, бомжи Петровичи. Отель. Выкинь зажигалку, выкинь сюда, малек. Ты еще ребенок, тебе ты спичками баловаться нельзя. Короче. И вот ты думаешь, им нужен отель? Да они же его сожгут нафиг весь. Ну то лучше пускай отель сожгут, нежели наш дом. Тоже верно. Так, руки в ноги, ноги в руки, голову на плечи и побежали сюда за мной. Я вам сейчас кое-что покажу. Уважаемая Екатерина Нубасисевна, вам я тоже хочу что-то показать, потому что я уверен, что вот это вы не видели. Попрошу вас пройти вот сюда за мной, между сараями нашими клумбочками, и посмотреть, что мы здесь на предыдущем стриме вычудили. Спускайся вот туда внутрь, вниз, давай спускайся. А откуда здесь вообще лестница взялась? Давай, 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 спускайся вот туда, и все остальные тоже за мной. Пердах, про пердах или как там говорится, посмотри. Ты где, Кать? Я тут стою и офигеваю немножко. Сколько у нас территории новой появилось? Мы здесь снесли все эти горы, которые были. Мы построили огроменные вот эти заборы. Они выглядят как будто мы в замке каком-то живем. И ты только... Да тут парк аттракционов новый можно построить. Я тебе предлагаю вот ту самую идею с отелем построить именно здесь. Они будут жить возле школы, просыпаться в отеле, в школу ходить, обратно в отель. И вот так вот это все по кругу. Как думаешь? Офигеть, конечно, забор просто как-то выглядит, я не знаю. Очень круто, как вы вообще это смогли построить? А их отель вообще будет возле воды, это как курорт, считай. Ну все, наркоманы Дуримондовны, можете считать, что вы будете жить с этого дня на курорте, но только осталось самое малое, построить огроменный отель. Но, подожди, перед тем, как начать строить отель здесь, я тебе предлагаю, Катя, все же снести вот эту вот нашу ферму тростника, потому что, ну, она нам уже не нужна. А, и тем более она здесь много места занимает, а вместо нее мы здесь построим огроменный отель. Не-не-не-не-не-не, да что ты делаешь, ёпрсоте? Нет, нельзя эту ферму сносить, она мне так нравится, она же делает тростник. А тростник это бумага, а бумага это книги, а книги это знания, а знания это сила. Ты в сундук посмотри, пожалуйста, прямо сейчас в наш. Вот это, зайди, посмотри. Ага, ты видишь? Ты вот это, ну, вот это видишь? Ну тростник, ну много тростников. Вон, там еще один стак, только 18 штук. Ну так нам этого тростника до конца жизни хватит. Я тебе обещаю, я вот эту ферму перемещу куда-то в другое место. А здесь мы с тобой запердухаем отель, окей? Только если ты перенесешь ее. Только в этом случае можно ее сносить. Все, тогда так и будет. Подойди вот сюда. Забирай весь вот этот тростник прямо сейчас, забирай. А ты думаешь, у меня столько места есть в инвентаре? Печенька, помоги ей забрать тростник прямо сейчас. И отнесите, пожалуйста, на склад. И помогите кто-то, что у вас места-то так мало в инвентаре. Малек, помоги. Все, помогайте. И отнесите на склад. А я пока быстренько разберу всю вот эту ферму. Ай, вода! На склад уходите давайте.
Значит, отель будет таким двухэтажным. Даже нет, наверное, трех или четырехэтажным. А выход будет прямо на море. Вы будете выходить купаться, но при этом еще будет бассейн при отельной территории. Так, обязательно должны быть два повара, массажисты, спа, баня, сауна. Что там еще в отелях бывает? Это all inclusive, короче, там жрачка, вот это вот все должно быть. Хамам! Точно, вот Стасик знает толк вообще как бы в банях и в отелях, да. Что там еще должно быть в отелях? Помогай давай, проектировщик, блин, давай с нами. Слушай, а может я просто построю отель, где хотя бы будут комнаты, и у каждого из них будет своя кровать, они просто там будут спать, хорошо? На счет раз, два, три, как я вас учил, быстро все в шеренгу выстроились передо мной! Ты меня не учил, я не буду делать это. Нифига себе, ты их приручил. Я их вот это выдрессировал, вот это вот все. Слушайте, каждому из вас есть задание. А ты, Стасик, идешь, делаешь мне белый бетон. Ты, Чпунь, идешь мне еловые доски, притаскиваешь максимальное количество. Ты, печенька, иди что-то там делай, ты вообще делать ничего не умеешь. А вам я сейчас скажу кое-что, что еще надо делать. Короче, этаж, вот этот отель будет двухэтажный, а может даже трехэтажный. И баня, и бассейн, все там будет на втором этаже. Главное, присобачьте мне сейчас все ресурсы, и после этого мы начнем проектировку. Давайте, одна нога здесь, другая нога здесь, и вот это все. И Глобрюхов вам в помощь. Молодцы, молодцы. А ты что, здесь самая лысая, что ли? Ты давай за ними, за помощь побежала, печенька! Я этому мальку однажды этот арбалет засуну, знаешь, я ему глубоко засуну его. Не надо рассказывать куда, не надо. Не буду, хорошо. А я вижу, ты по медику, да, вот это балуешься? Может, ты перестанешь бухать? Я соскучилась просто. Да у тебя живот сейчас лопнет, куда столько влазит-то? Кончилось. Так, тут у нас кварцевые ступеньки, голубая стеклянная панель, светло-серый бетон, еловое бревно, белый бетон, еловые ступеньки, еловые доски, еще дофига ресурсов. Так, ну молодцы, молодцы, а сейчас стойте там и до конца серии даже не шевелитесь. Я сейчас возьму те вещи, которые мне сейчас понадобятся в первую очередь, и вот здесь, ломай хотя блок, ломай первый блок вот этот. И оп, оп. Оп, вот, сломала. Именно здесь будет положено начало нашему отелю. И давай сразу же раз, два, три, четыре, пять, шесть тут ступеньки. Тут будет вход, с которого будет открываться вид почти на весь наш город, и на океан, и на корабль, и все остальное. А вы стойте просто здесь и смотри, чтобы малек свой арбалет не доставал. Хорошо, вы просто моя группа поддержки. Чем лучше вы меня поддерживаете, тем лучше у меня получится отель. Ага, вот и молодцы. Ну, а я тогда буду просто контролировать весь процесс и координировать. В принципе, как обычно, я это и делаю. После того, как мы выстроили вход в отель, нужно отсчитать, насколько большие у нас здесь будут стены. Так, 6 блоков белого бетона, потом 2 блока серого, потом, если я хорошо помню, 1, 2, 3, 4, 5, 8 блоков белого. Последний блок серого, и сейчас, Катька, задача для тебя вот в ту сторону, вот туда, 28 блоков белого бетона. Давай, понеслась. 28? Вот отсюда? Да, давай. Кошмар. Главное, считай, если собьешься, будешь все разрушать и заново строить. Не мешай! 1, 2, 3, 4... 8... 5... 5, 6... Вроде 4... 24 7, умножить на 8, 8 разделить 9, гипотенуза косинуса 10, Алгебра! 12! А, геометрия! Сколько? 15. Я сбилась! Так, а вот сейчас, наркоманы Петровичи, и ты, Катя, тоже будь хотя бы в чем-то полезна. Прямо сейчас берите все еловые доски, которые есть в сундуках, и застраивайте весь этот пол вот здесь. А я продолжу строить стеночки нашего отеля. 15 блоков, если я не ошибаюсь. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два.
два, три, четыре, пять. А вот сейчас вы, наркоманы Петровичи, берите вот этот белый бетон и застраивайте все вот эти стены вот так, только одним вот блоком. Вот сюда. А потом здесь, с этой стороны, нужно сделать 9 блоков высоту, чтобы вы просто понимали, насколько огромный у нас будет отель. И вот эту вот всю стеночку, вот эту вот, 9 блоков высоту застраивайте белым бетоном прямо сейчас. А я пока посмотрю. Чё, расслабиться тоже можно, да? Давайте. Так, давайте, я ваш временный прораб, меня тоже надо слушаться, пока наш главный начальник отдыхает. Так, это сколько у нас тут еще надо наверх? Ага, вот так. Ну, мать моя женщина. А вы как бы понимаете, что это только первый этаж, а? А можно вопрос? А можно вопрос просто? А почему у них дом кажется лучше, чем наш будет, а? Вот это специально я им делаю дом лучше, чем у нас, чтобы они больше в наш дом никогда не заходили, чтобы жили здесь. Я им баньку устрою, парилку. Короче, берите подмостки из сундуков прямо сейчас и выстраивайтесь на второй этаж. Вот смотрите, вот это вот все надо вот так закрыть белым бетоном. И потом на белый бетон сверху надо будет поставить еловые доски. Если вы меня вот это поняли, значит меня поняли. Все, давайте, поняли, хорошо. А я здесь буду. А окошки. Я не поняла. А ты что не поняла, а? А куда бетонные? Вот сюда блоки? Куда? Вот так? Да, вот так делайте блоки, а на втором этаже уже потом на бетон закрывайте все это еловыми досочками. И с этой стороны тоже сделаю окошко. И потом, как хорошо то, что вы мне ступеньки кварцевые притащили. Здесь у нас будут клумбочки под окном, то есть цветочки будут расти. Все, давай, Кать, ты тоже забирайся, давай выстраивай. А мне подмостков не хватило. Ну вот тебе подмостки, залазь на них. А, ну да. Молодцы, работяги. Ну, как бы, в отеле жить хотите, отель надо помочь построить. Молодцы. А вот, как говорю, печенька самая бесполезная. Она просто смотрит, как все остальные трудятся. Да, печенька? Ага, будешь жить на улице, бомжиха. Ну, в смысле, печенька. А пока я для вас буду строить устройство вашей мечты, можно сказать, вы смотрите, что мне должны сделать прямо сейчас. В первую очередь, Катя, сраку свою притащи, спусти туда и притащи мне голубое стекло, а вы все, подойдите вот сюда, вы все должны здесь на втором этаже сделать крышу из еловых досок. Вот, поэтому делайте себе прямо сейчас, давайте быстренько. Есть там стекло? Есть, есть, я 3 это стака взяла, нормально? А ты вот... Вот. Раз, два, три. А ты вот... Для чего я говорю вот? А ты вот... Да я опять вот сказал. Еще раз. А ты вот, Катя... Еще раз. Раз, 4, 8. А ты вот... Да почему я вот говорю? Это ты меня заразила. Я вообще молчала. Подождите еще раз. Раз, два, три. А ты вот... У меня слово выговаривается как вот. Я не могу вот сказать. Это ты, ты всегда говоришь, я сделали. Поэтому я говорю вот. Стержень. Стержень. Раз, два, три. А ты вот, Катя. Раз, два, три. А ты вот, Катя, здесь по всему периметру поставь стеклом голубым, везде застрой. Уже стемнело. Уже стемнело, пока мы говорили. А здесь у нас джакузи будет внутри, вот. Они работу закончат, можно будет отдохнуть. Если они, конечно, все хорошо сделают здесь на втором этаже. Все, вот, Катя, давай, строй. А вот сейчас самое главное, помогай мне, Катя. Слушайте, наркоманы, если вы не против, мы к вам с Катей сами будем сюда приходить, в этот джакузи, и сами здесь купаться, хорошо? А то чё? А, так у нас тоже дома есть джакузи, но у них-то лучше. Так, ну, у нас джакузи на земле стоит, а у них тут, смотри, какой видок на Эйфелеву башню. На втором этаже, молодцы, работайте, работайте, молодцы. Так, Катя, давай спускаемся с тобой на первый этаж и посмотрим, что... Господи помилуй. Я когда вот это представлял у себя в голове какой-то отель, я что-то не думал, что он трехэтажным будет, Кать.
Так это, я думала, мы маленький построим там койко-место, столик. А ты посмотри, что вымахало-то. Ну подожди, наркоманов Петровичей же много, их штук 15 примерно. Еще, смотрите, вот что вам еще надо сделать? Берите голубое стекло и застраивайте все стекла. Вот все эти промежности, которые там есть, все застраивайте голубым стеклом. И давайте работайте. Слушай, мне кажется, на сегодня мы отлично потрудились. Думаешь? Да подожди, да отель еще не готов, еще надо крышу забабахать, еще вот это остальное, не, Кать, еще куча всякой работы. Так куча работы, это понятно, но уже не сегодня, я лично бы сейчас в джакузи бы, шашлычок, да спать пошла бы. Ну, тоже, кстати, верно. Ладно, я тебе тогда предлагаю пойти немножко развлечься вот этого вместе в джакузи. Вы продолжайте строить, засраивайте, когда все окна сделаете, и спите, можете спать уже там. У вас же есть кровати? Вот, комнаты себе выбирайте. Пошли, Катюха, давай. А мне можно будет как-нибудь к ним в гости заходить, там с ними время проводить, тусить? Слушай, да делай, что хочешь. Чем чаще будешь с ними тусить, тем меньше времени будешь проводить со мной, тем больше я сам буду вот это отдыхать. Ага, все. А, все, тогда я не буду к ним ходить. Ну не будешь к ним ходить, все, брось, ты брось, носки сними, что ли? Ой! Чё, одета, я в джакузи наше запрыгнула, вот некультурная. Слушай, у меня уже ботиночки назеритовые ломаются, и шлем сломался, вот не, вот это незадача. Да, лохопедина ты, конечно. Вот если бы мне кто-то сделал новые ботинки со шлемом, ой, было бы замечательно, конечно. Да, этот бы кто-то, да. Ну, слушай, наркоманы Петровичи достроят отель, мы их попросим тебе незеритовый шлем сделать с ботиночками. А, ну хорошо, но было бы прикольно, если бы кто-то другой бы сделал. А, ну так, ну себе, а кто другой, например? Ну, не знаю даже, может быть, там это кузнец. Кузнец. Кузнеца иди и проси какого-то там своего, я тебе что делать не буду, ага.